Почти 9 тысяч пассажиров застряли на одном из самых больших круизных лайнеров в мире. В данный момент он путешествует по Карибским островам. Все из-за кишечного вируса, которым заразились уже почти 300 человек на борту. Заболевание тяжелое, диарея, тошнота. Туристам на время карантина запретили покидать судно. А вот год назад на борту другого крупного лайнера в районе Карибов тоже произошла вспышка опасного кишечного вируса. Из 5000 пассажиров под ударом тогда оказались 350. Кстати, круиз обходится в среднем в несколько тысяч долларов.